Приветствую, друзья! Что же нам все-таки делать 1 июля? Давайте поговорим, как 20 тысяч фотографий помогут нам выиграть всенародное голосование. Вот задавались ли вы вопросом, а зачем Путину голосование по поправкам в Конституцию? Ну вы же понимаете, что на самом деле это вот самое так называемое всенародное голосование 1 июля, это не обязательная процедура. Поправки в Конституцию, которые меняют ее суть с демократической республики на пожизненную джамахерию, нужно принимать референдумом и по правилам референдума. А если этого боишься, если референдум не проводишь, то все прочее все равно беззаконие. Тогда зачем Путин это устраивает? В незаконная процедура, в очень неудачный момент, от которой требуется максимально высокий результат. Ну согласитесь, что например 20 там, или 30 процентов за Путина не устроит. Ему нужно всенародное одобрение и процент не меньше, чем на последних президентских выборах. Тогда, если помните, ему нарисовали 76% за и явку 67%, то есть больше 51% за от всех избирателей. Нарисовали на самом деле из последних сил. Пришлось задействовать все ресурсы, изнасиловать бюджетников, избирком и отбросить все приличия. Но это был 2018 год, еще не до конца выветрилась крымская эйфория. Да и выбирали Путина всего на 6 лет. Ну или большинству тогда казалось, что всего на 6. Сейчас ситуация принципиально иная. Экономика, говоря словами пропагандистов, показывает отрицательный рост доходы населения падают уже шестой год, а Путин для людей больше не отец родной, а человек, который не выполнил своего обещания по самому болезненному вопросу пенсионному. Сначала божился, что никогда не повысит пенсионный возраст. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. То потом взял и повысил. То есть очевидно, что Путин давно свалился с пика своей популярности. И выходить в такой момент на всенародное голосование о продлении власти еще на 16 лет, ну, казалось бы, не очень логично. Особенно во время сильнейшей вирусной эпидемии и связанных с этим экономических проблем. Почему? Почему Путину так важно это голосование, несмотря на все это? Очевидно. Ему кровь из носу, нужно ощущение своей правоты. Ему нужно ощущение, что он по праву занимает пост с диктаторскими полномочиями. Причем занимает дольше, чем многие геронтократы прошлого. Ему нужна народная любовь. Только вот если нормальный человек отличает реальную любовь от театра, то Путин любовью считает цифры, по итогам голосования. Причем ему абсолютно не важно, как эти цифры были получены. Главное, циферка. То есть все знают, что мошенничество, но ручки-то вот они. Ну или он правда не понимает разницы. Голосование по обнулению Путина – это важный поворотный пункт. Еще вчера он был одним из руководителей мировых держав, пусть и задержавшимся у роля. После обнуления ему предстоит встать в один ряд с одиозными диктаторами. И этот переход в новый статус Путин хочет компенсировать жульническим голосованием. Мол, не я цепляюсь за власть, народ попросил. Только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да». Смешно, поскольку все диктаторы обосновывали свою власть ровно так же. Ну, собственно, отсюда желание Путина устроить голосование по обнулению, причем непременно всенародное. Именно поэтому он не постоит за ценой, чтобы получить красивые цифры. Инстаграмеров и артистов купят, бюджетников нагонят, со сберкомами поработают, нужные цифры будут. Означает ли это, что мы должны смириться и поднять лапки кверху? Конечно, нет. Если главная цель этого голосования – картинка любви, то результат будет оцениваться по этому принципу. Вопрос не в том, сколько процентов нарисуют Путину, а в том, поверит ли этому результату общество. Знаю, это снова возвращает нас к спору голосовать против или все-таки организовывать бойкот. Но спора-то никакого нет. Все сходятся на том, что это голосование и обнуление Путина незаконно и нелегитимно. Вопрос, как донести это до общества как зрение обнулить ту цифру, которую Путину нарисует Памфилова. Ведь независимых наблюдателей, скорее всего, не пустят. А сама процедура сделана таким образом, чтобы полностью исключить контроль. И о том, что нет никаких 70 на 70 за, никто не узнает. И вот здесь мы приходим к пункту про 20 тысяч фотографий, о котором я говорил в самом начале ролика. Для Путина реальные результаты голосования не важны. Ему важна итоговая картинка, которая разойдется по миру. 70% за при явке не меньше 70%. Ну или что-то около того. То есть свою легитимность он себе и миру будет доказывать картинкой. Так вот, 20 тысяч фотографий с участков, с бюллетенями или скринами электронного голосования против, или фото на улицах с плакатами против, расскажут, что это фальшивка. 20 тысяч картинок с одинаковыми хэштегами в Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке или даже ВКонтакте. Этого достаточно для выхода в тренды. Хэштег на английском – это выход в мировые тренды. И все, Вся купленная за безумные деньги путинская рисовка всенародного одобрения пойдет к чертям. 20 тысяч. И в этот день, в этот день, он останется в интернете в днем голосования против, а не за. 20 тысяч фото с одним хэштегом, и никакие медиа не смогут обойти эту новость. Как минимум 17 миллионов россиян собираются 1 июля физически пойти на участки, ну или на госуслуги, и сказать ⁇ нет ⁇ Это, похоже, уже больше числа тех бюджетников, которых заставят сказать ⁇ да ⁇ И еще 60 миллионов боятся сказать социологам правду, но многие из них скажут ее в бюллетене. Только вот если просто тихо бросить бюллетень или тихо не пойти на участок, об этом никто не узнает. Даже Путин. Уж Памфилова-то позаботится. То есть занять позицию мало. Важно о ней рассказать. Это не сложно, это не опасно. Вы просто фотографируете бюллетень или делаете скриншот с сайта госуслуг. Или фотографируетесь в маске, в майке, с плакатом, со словом «нет». И ставите в соцсети с этими хэштегами. Вы ведь хотите, чтобы ваше «нет» было услышано. Ну, потому что надоело. Потому что с вами не считаются, потому что надоело, что держат за идиотов. Потому что просто гордость и самоуважение требуют сказать это самое «нет». Ты да черт, только в одной Москве миллионы людей, имеющих доступ в сеть и совершенно точно не желающих быть бессловесными джермахерцами. Так сделайте хоть что-то, не молчите. Технологии дают нам уникальную возможность. Мы можем выразить политическую позицию с минимальными затратами. Только что в Америке случилась очень поучительная история. Трамп в рамках своей президентской кампании решил организовать митинг. Пришло столько заявок, что пришлось снять стадион, да еще кучу пространства рядом. Наступил день митинга. И вместо миллиона участников пришло 7 тысяч. Оказалось, что Трампа затроллили американские подростки. Они договорились через ТикТок и выслали миллион заявок на участие в митинге. И не пришли. А Трамп выступал перед пустыми трибунами. Американским подросткам потребовалось заполнить и отправить миллион заявок. Неужели мы не сделаем 20 тысяч фотографий бюллетеней? А? Всего хорошего. Давайте обнулим Путина. Давайте скажем «нет».